Стандартно по международному, международные рекомендации звучат так. После проведенной неоадъювантной химиотерапии в полном объеме, да, если она проведена в полном объеме, адъювантная химиотерапия не назначается, проводится гормонотерапия по показаниям. Но появились первые звоночки, я вот проводила исследование, ориентированное на ответ, да, исследование по дополнительной поздней дополнительной адъювантной терапии, появились звоночки о том, что вот такая тактика может оказаться эффективной. Тем не менее, официальные рекомендации вот все-таки звучат так: гормонотерапия, если гормонзависимая форма. Но первые данные, и многие, я знаю, назначают, в том числе и клиницисты в лечебных учреждениях ведущие, назначают дополнительный альтернативный режим лечения. Хорошо. А резистентные формы к трастуземабу? Очень интересный вопрос, и я постараюсь его очень коротко осветить на следующей сессии, посвященной лечению метастатического рака молочной железы. Но если кто-то на нее не попадет, насколько этот вопрос широко обсуждался. Если прогрессирование наступило в ранние сроки после завершения адъювантного трастуземаба, да? До 12 месяцев. Если больше 12 месяцев, мы все знаем, это уже зарегистрированный режим трастуземаб с пертузумабом, да, двойная блокада. А вот что делать, если прогрессирование ранее, резистентность трастуземабу? А ранее, вот в последних и действующих рекомендациях АСКО, у меня есть даже слайд с фотографией и с обсуждением на АСКО 2015 года, эксперты предлагали переходить сразу ко второй зарегистрированной линии таргетной терапии HER2-позитивного метастатического рака молочной железы, сразу назначать ТДМ1. Но мне кажется, что результаты исследования Марианна, представленного на АСКО 2015 года, несколько противоречат. В исследовании Марианна ТДМ1 в первой линии метастатического рака молочной железы сравнили со стандартом трастуземаб с доцитокселом, и еще к ТДМ1 попытались добавить пертузумаб. Включались больные, в том числе прогрессировавшие на неоадъювантной терапии с лапотенибом и трастуземабом и на адъювантной терапии с трастуземабом. То есть речь идет о трастуземаб-резистентных формах. Так вот, к сожалению, ТДМ1 не показал при прямом сравнении в первой линии преимуществ перед трастуземабом с доцитокселом, а вот если мы помним, у другой категории больных, но добавление пертузумаба увеличивает, улучшает результаты лечения, поэтому мне кажется, что можно вспомнить стратегию продолжения трастуземаба со сменой режима лечения. Она при метастатическом раке молочной железы является, так сказать, законной. Мне кажется, что и в случае раннего прогрессирования на адъювантном лечении трастуземабом, мы все-таки, я буду отстаивать позицию назначать пертузумаб с трастуземабом и таксан. Вот такое мое мнение. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь сюда. Можно я тоже отвечу на ваш вопрос? Мне кажется, это чрезвычайно серьезный вопрос. Ну, так сказать, сначала я могу на него ответить так несколько легкомысленно, поскольку хирург получил ответ о том, что опухоль не подверглась полному регрессу. Ну, дело хирурга оценить, посмотреть, что там написано относительно краев резекции, если это была органосохраняющая операция. Если есть поражение краев резекции, значит, нужно предлагать повторную операцию. А если нет поражения краев резекции, значит, операция адекватна. И, собственно, по-видимому, может быть неадекватная терапия системная. Отправлять пациента на консультацию к химиотерапевту, естественно. Но, а вообще, ведь мы при проведении предоперационной терапии и после выполнения операции, мы не получаем полный ответ морфологический больше, чем у половины больных. И особенно серьезна судьба тех пациентов, у которых остается высокий уровень пролиферативной активности в остаточной опухоли. Мне кажется, это чрезвычайно такая тяжелая категория больных потенциально. И мы знаем о том, что у этих больных плохой прогноз уже в момент прочтения этого ответа, правда же? Мне кажется, для таких больных нужно разрабатывать исследования, в том числе, которые бы учитывали и послеоперационный статус всех маркеров, которые должны изучаться заново. Спасибо.
если Михаил Романович не возражает, значит, ну, во-первых, конечно, при проведении неоадъювантного лечения там остается проблема резидуального заболевания, как бы, или в самих лимфоузлах, или первичной опухоли. И сейчас начинается, или уже начата, серия исследований, дальнейшая рандомизация вида лечения в зависимости, так сказать, что там осталось, какой подтип заболевания, какие, так сказать, характеристики 67 и так дальше. Потому что вот эта классификация Миллер-Пайнок, 5 степеней регресса, к сожалению, не отражает вот такого вот резкого отличия качества и выживаемости в зависимости от степени. Имеет значение только полный регресс. Или полный регресс, или остаточная опухоль. Если есть резидуальная опухоль, эта ситуация очень тревожная, поэтому нужно проводить дальнейшее лечение. Если речь шла о таргетной терапии, то она, естественно, продолжается. Там герцептин проводится, как известно, во всех проектах и после завершения операции, и после операции. Если речь идет о гормонозависимых, гормонотерапия продолжается еще 5 лет. А вот если там другие ситуации, то здесь очень сложный выбор. И поэтому только в условиях больших рандомизированных исследований удастся понять, как вообще решать проблему резидуального заболевания. Спасибо. У вас есть микрофон. Но я пока ничего не понял, что сегодня происходит. Я хотел бы вот о чем сказать. Мне кажется, у Владимира Федоровича, ну, мирового класса материалы в руках, ну, в клинике, я имею в виду. И есть еще несколько учреждений, которые готовы действовать в этом направлении. А направление вот такое. Мне кажется, что нужно выделить группу больных удачно и неудачно леченных. Ну, с HER2 позитивным, рак молочной железы. И посмотреть, в чем причины удач и неудач. Потому что все исходит из патоморфологии. А может быть, достаточно стратифицировать эти группы и сделать несколько другие выводы. Я настойчиво пропагандирую необходимость немедленного использования материалов, которые продемонстрированы на АСКО, ну, тех, которые нам представляются убедительны. Для этого может быть круглый стол. Информация хорошая об АСКО и о лучших методах лечения, о вариантах лучших методов лечения. И в связи с этим, мне кажется, что одним из важнейших достижений АСКО представленных является комбинация херцептина с пертузумабом. Пертузумаб на много процентов улучшил результаты и сделал этих больных потенциально излеченными. Я хотел бы, чтобы в дискуссии был дан ответ на этот вопрос. В следующей дискуссии. В это уже время закончилось. Ну что, закончилось? Да, к сожалению. Но еще сателлит будет вечером. Как раз будет посвящен вот именно этим проблемам. Они так и будут называться. Инновации. Широчайший демократ Минихас. У меня только единственный последний вопрос. Вот здесь есть сидящие. Владимир Федорович, вот был интересный у вас доклад, вы там кружочки показали. Мамолог, хирург и все прочее. Владимир Федорович, вот вы кружочки показали, там радиолог, химиотерапевт, патоморфолог и так далее. Скажите, пожалуйста, вот у нас у всех в руке молочная железа. Вы в каком кружочке? Вы кем себя считаете? Мультидисциплинарная комиссия. А. Вот вы. Вот вы в каком кружочке? Мы в центре, конечно. Чтобы нам определиться. Вот я и говорю, что
даже если есть блестящие исполнители на скрипке, на флейте и прочее, если не будет дирижера, пусть даже среднего значения, оркестр не будет играть. Поэтому в центре должен быть хирург-онколог. Не потому, что мы понимаем величие химиотерапевтов, выдающиеся способности радиологов. Так складывается сама жизнь, что хирург имеет наиболее, так сказать, первый человек, к которому приходит пациент. И хирург решает 90% случаев, начинать ли лечение с операции, что чаще всего, или начинать с неоадъювантного лечения, основываясь на тех признаках, о которых мы говорили. Прежде всего, стадии заболевания, там, иммуногистохимия и так дальше. Но лечение вы назначаете? Да, назначаем. Если нужно неоадъювантная химиотерапия? В нашей клинике назначаем. То есть вы к химиотерапевту не посылаете? Нет, не посылаем. Мы сами химиотерапевты. Как говорил Юрий Александрович Мельников, в одном лице. Хирург – это химиотерапевт, который умеет оперировать. Так, Сергей Михайлович, я у вас услышал, что вы химиотерапевту посылаете. Да, слава Богу, у нас в онкологическом центре замечательные химиотерапевты, и их много. И мы этим пользуемся. Михаил Роман. У вас как железа, что вы делаете? Что? Во-первых, в руках железа – это неправильно. Потому что ультразвук имеет ограниченное значение. Владимир Федорович не ответил еще на один вопрос. Я сейчас отвечу. Не ответил еще на один вопрос, что делать с медиастинальными, диагностикой медиастинальных узлов. Это же влияет на адъювантную терапию. И так далее. Сигнальные лимфоузлы? Ну да. Но я хочу сказать, что у нас в онкологическом центре сколько есть химиотерапевт, столько есть мнений. Вот. А хирург один у нас, доктор Портной. Поэтому он передовой человек, с ним работает группа очень впечатляющих образованных морфологов. Но тем не менее мы нуждаемся в ваших рекомендациях и рекомендациях этой конференции. Поэтому будем благодарны, Владимир Федорович, если эти материалы будут изданы. Спасибо, Михаил Иванович. Елена Владимировна. Елена Владимировна. Так. Вы знаете, мне остается только присоединиться к мнению Михаила Романовича Леченицера, Сергея Михайловича Портнова и Владимира Федоровича Семиглазова. Михаил Иванович, да, вы. Да, конечно. Спасибо. Однако время продолжать. Я так понял, что за больного никто не отвечает. Да. У нас уже наступило 5 минут назад вторая сессия. Председателем ее является Михаил Романович Леченицер, но самое главное и первый доклад лекции тоже Михаил Романович Леченицер. Новые возможности лечения HER2-позитивного рака молочной железы.